В Восточно-Казахстанской области специалистами Кассели защиты и спасателями ДЧС ведется мониторинг за селеопасными участками. На территории региона расположено 144 моренных озера. Из них селевую опасность представляют 13 бассейнов рек, расположенных в 4 районах Восточно-Казахстанской области. С начала селеопасного периода по области функционируют 9 гидропостов сезонного характера и один круглогодичный гидропост на реке Сарымсакты Катонкарагайского района. Ежедневно 3 раза в сутки со всех гидропостов передается информация о гидрометеорологических изменениях на селеопасном участке. На сегодняшний день проведено аэровизуальное обследование моренных озер бассейнов рек Тургусун, Сарымсакты, Бухтарма, Берель. При обследовании признаков интенсивного таяния ледников не выявлено, наблюдается постепенное таяние снега на ледниках. Специалистами Кассели защиты и сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области в селеопасный период ведется большой мониторинг и профилактическая работа. Однако многие туристы нарушают меры безопасности и посещают опасные участки. Хотелось бы напомнить, что, направляясь в горы, обязательно ознакомиться с условиями погоды и получить эту информацию в мобильном приложении «Дармын». Если вы видите, что погодные условия не позволяют и существует опасность, лучше оставаться дома. В августе текущего года планируется провести батиметрические измерения высокогорных моренных озер бассейнов рек Граматуха, Белая Уба на гужевом транспорте. На данный момент селевая и оползневая обстановка на территории области стабильная. Яна Мумлева, Алтай Ахпарат.